При неадекватной самооценке владелец этого имени старается убрать всех более-менее талантливых людей из своего окружения, безраздельно царить и властвовать, не считаясь другими мнениями и советами. Часто в характере людей с буквой О в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. Звук К в имени твердый и колкий при звучании настораживает, вызывает напряжение. Даже в самый уравновешенный характер мягкий знак в этом имени вселяет элемент неуверенности. Буквенное значение имени во главе с буквой А означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Привыкли добиваться своего, поэтому обладает исключительным терпением и способны надолго затаиться перед решающим рывком. Человеку с буквы К в имени всегда присуща загадочность. Он может тайно иметь хобби и не желать, чтобы об этом знали, и наделен способностью хранить чужие секреты. Буква Л в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Значение буквы А в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Не обещайте человеку с гласной И в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Этим людям можно верить, они верны своему слову. Люди, которые имеют букву Р в имени, обладают большой силой и храбростью, но также им свойственна небрежность. Мягкий знак означает мягкость и даже некоторую бесхарактерность натуры, повышенную ранимость, но в то же время добронравие и альтруизм. Основная буква А в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Буква О таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. Люди, в имени которых есть мягкий знак, обладают редким талантом избегать ссор и конфликтов. Часто они вообще не имеют врагов или недоброжелателей. Этим людям также характерно стремление поделиться своими ощущениями и знаниями со своим партнером. Если этому владельцу имени приходится оставаться в тени, то они чувствуют себя неудовлетворенными и недовольными, утрачивая жизненную энергию, фантазию и способность к творчеству. Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию. Для человека с буквой О в имени характерна богатая интуиция, которая помогает выявить уготованную им цель. Очень часто человек с буквой Р в имени бывает резок и невоздержан в высказываниях. В основном у владельцев этого имени проявляется неуверенность в себе, подверженность чужому влиянию, но если его мнение совпадает с мнением окружающих, это дает носителю имени много энергетики и движение вперед для намеченной цели. Таких людей стоит выслушать и посоветовать дельный вариант в однородной ноте. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.